Здравствуйте! Сегодня поговорим о кальциевом реакторе. На первый взгляд, кальциевый реактор кажется очень сложным прибором. Новичок часто пугается сложных вещей, поскольку разобраться без опытного помощника с реактором довольно сложно. Давайте попробуем разобраться, для чего нужен реактор, когда его надо начинать использовать, какие в нем есть составляющие. В процессе роста организма в вашем аквариуме из воды удаляется кальций и щелочь. Кораллы, коралловые известковые морские водоросли, моллюски, улитки и так далее, и другие многочисленные беспозвоночные потребляют кальций и щелочь для поддержания жизнедеятельности и размножения. Кальциевый реактор поддерживает уровень кальция и щелочи в воде на необходимом для рифового аквариума уровне. Что еще более важно, реактор поддерживает необходимый баланс между кальцием и щелочностью, и это является очень важным в долгосрочной перспективе. Эти два показателя глубоко взаимосвязаны и влияют друг на друга. Давайте посмотрим, как работает кальциевый реактор, рассмотрев его подетально. Сам реактор не что иное, как обычная емкость, которая содержит некоторое количество субстрата на основе кальция. Нормальный уровень pH в аквариуме находится в пределах от 7,9 до 8,3, и это является результатом ионного баланса из заранее растворенного кальция содержащего субстрата, который при таком pH уже не растворим. Понижением pH субстрат снова будет растворяться, высвобождая воду кальция и ионы щелочности. В кальциевом реакторе pH понижен изначально, вследствие введения в воду, которая циркулирует через его объем, небольшого количества углекислого газа. В большинстве случаев pH от 6,5 до 6,7 в реакторе приводит к наилучшему результату. Подкисленная вода циркулирует через реактор и инициирует два параллельных процесса. Новая вода из аквариума медленно обогащается в реакторе, и в то же самое время богатая щелочностью и кальцием вода поступает обратно в аквариум. Эти два процесса протекают в одинаковом объеме, чтобы реактор не осушался. Скорость потока очень медленная, несколько капель в секунду. Именно так в общих чертах работает кальциевый реактор. В комплекте обязательно должны быть помпа, соединительные шланги и клапаны, газовый баллон с реактором, соленоид и игольчатый клапан. Итак, рассмотрим кальциевый реактор подетально. Баллон реактора – основная часть, предназначенная для создания необходимого давления, подаваемого в реактор углекислого газа, являющаяся герметичной емкостью. Баллон должен быть на 3 или 5 литров, позволит работать реактору в течение нескольких месяцев или года. Регулятор – это устройство, которое вворачивается в баллон и регулирует количество углекислого газа, подаваемого на реактор. Это не та часть оборудования, которым можно пренебрегать. Регулятор сомнительного качества часто продаются в наборах и могут приводить к всевозможным проблемам. Лучше немного переплатить, но купить регулятор самого высокого качества. Это позволит намного проще делать настройку, а регулировку. Регулятор сам по себе – это вентиль с двумя манометрами. Первый манометр измеряет давление в самом баллоне, другой манометр измеряет давление, подаваемое на игольчатый клапан. Соленоид – электромагнитный клапан. Не необходим, но дает дополнительную гарантию правильной работы регулятора. Соленоид – электронный диспетчер, который при необходимости отключит подачу углекислого газа. Это препятствует заполнению реактора газом до такой степени, когда он может попасть в аквариум. Игольчатый клапан. Большинство комплектов регулятора также включает некоторые виды игольчатых клапанов, которые используются для регулировки подачи углекислого газа на реактор. Регулятор – это не та вещь, которой стоит пренебрегать. Игольчатые клапаны низкого качества труднопредсказуемы и могут привести к противоречивым результатам. Водная помпа – важнейшая часть оборудования. Убедитесь, что приобретаемый реактор включает надежную и высококачественную помпу. Недорогие помпы работают шумно и могут выйти из строя через несколько месяцев работы. Убедитесь, что помпа при необходимости может быть быстро демонтирована. Подающая помпа. Большинство производителей реакторов также экономят на подающих помпах, которые подают в реактор воду из сампа. Могут использовать недорогие погружные помпы, которые работают шумно, или более дорогие маломощные модели. Контрольная трубка. Прозрачная трубка, которая позволяет вам визуально контролировать скорость газового потока, подаваемого в реактор, обычно оцениваемая в пузырьках в минуту. Контрольный вентиль. Важно разместить контрольный вентиль между регулятором и реактором, так, чтобы вода могла поступать в реактор. Если вы купили реактор, который не включает контрольный вентиль, купите его отдельно. Вентиль потока управляет интенсивностью тока, обогащенной кальцием воды, поступающей обратно в аквариум. Недорогие вентили потока трудно отрегулировать, так что найдите реактор, производитель которого не пренебрегает качеством. PH-электрод – хорошее приспособление
Добавление pH электрода позволит вам быстро оценивать внутренний pH реактора, что необходимо для точной настройки. Все это довольно сложно звучит, но взяв один раз в руки этот прибор, покрутив, повертев, попытаться настроить, и все становится гораздо проще. В данном случае работает принцип, как быстрее всего научиться кататься на велосипеде. Взять и поехать на велосипеде. То же самое и с кальциевым реактором. Взять его в руки и посмотреть, как он работает. Теперь поговорим о том важном моменте, когда же все-таки надо начинать использовать кальциевый реактор. На этапе запуска аквариума и на начальном этапе, то есть когда аквариум уже созрел и у вас появились первые обитатели, кальциевый реактор не нужен. Потреблять кальций в таком количестве, как предполагает производительность кальциевого реактора, просто некому. Даже после появления первого, второго, третьего куста жестких кораллов, никакой нужды в кальциевом реакторе по-прежнему нет. Им вполне будет достаточно того кальция, который уже растворен в воде. А при регулярных подменах его уровень будет восстанавливаться до нормы. Необходимый уровень кальция уже содержится в морской соли. Кальциевый реактор потребуется вам, когда в вашем аквариуме будет очень много жестких кораллов, и вы будете видеть то, что кораллы растут. То есть чувствуют себя хорошо, у них появляются точки роста и так далее. Для аквариумов же с мягкими кораллами или рыбников кальциевый реактор вообще не потребуется. Кальций, конечно, потребляется в аквариумах с мягкими кораллами, но в незначительном количестве, и его уровень будет восполняться с регулярными подменами. Выпуск подготовлен специально для новичков. Материал подготовил и рассказал Дима Пронин. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал, учитесь и получайте удовольствие от процесса. До новых встреч!